компании занимаются личностным развитием. Для меня это очень важно. И важно, чтобы люди рядом со мной тоже развивались и росли. Планирую плотно поработать в дальнейшем в этом направлении приобретения имущества, которое реализуется с торгов по банкротству. Интересно и подача, и содержание, и то, как это делают ребята. Павел и Давид тоже очень нравится, конечно. Людям, которые готовы работать в команде, готовы добиваться результата, люди, которые ответственные, не ищут легких путей, не ищут легких денег. Люди с работающей головой, люди, которые способны действовать. Что мне дало обучение? Во-первых, понятие, общее представление о том, как все это происходит. Я, наконец-то, осознал, как это можно использовать, активно начал этим пользоваться. Сам, конечно, еще не укупаю, но уже активно помогаю осматривать лот и так далее.